Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами снова я, Влад, и вот этот вот Даун. Слушаю тебя. Слушай, слушай меня. В общем-то, прошлая серия оказалась нереально короткая. А в чем прикол? В чем прикол? У меня бандикам слетел. А именно слетела его активация. Я хрен знает почему. Но, в общем-то, мы идем пиздить ренегатов, ой, бандитов сегодня. Это нам надо вот так идти. Паскудство! Нас выбили со свалки. Опять вас выбили, лошары. Ребята, еще не вечер. Давайте-ка соберемся и выбьем их к чертовой матери. Он так говорит, как будто бы это, ну, как бы вообще детский лепет просто. На самом деле людей убивают. Так, ладно, перебьем сейчас маленько сталкеров. Ой, фу, бандитов. Вон там их трое. План такой. Естественно, блядь, не попал я. Смотри, они у меня просто на изи попадают. Блядь, как так-то, а? Столько хронизм. А я попасть даже не могу. Так, аптечки нету. Так, быстрее, 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 быстрее. Так, какой там этот артефакт? Ну, убирай кровотечение, идиот. Все, пизда мне. Белиссимо просто. Ауе, блядь. Все. В пять. Не, ну так-то это нереально вообще сложно. В сталкере стреляться. Бинтов нет. Ничего нет. Охренеть, даже с трупов ничего нет. Так, а это что, сталкер, что ли? Степа, одиночка. Ну, одиночку убили. Так, разряжаем, выбрасываем. Ну да, выбросить, выбросить. Разрядить, выбросить. И в итоге у нас что имеем-то? Всего два бинта. Ноль аптечек, блядь. Фи. Ладно. Идем. Мочить бандитов вот здесь. И вот здесь их выбили. Замечательно просто. Это будет сложно. Так, двое на карте. Всего двое. Ух ты, бля. С чейзером ходит петух. Так, тут ничего интересного. Давай здесь мне дай мне что-нибудь. Блять, всего лишь один бинт. Охрененно. Обожаю эту игру. Обожаю. Так, здесь тогда скидываем все. Такой из чейзеров лучше. Где? У нас 40 вес, до хрена артефактов. Одна аптечка, блять. Три бинта, охрененно.
Если что, будем юзать мамины бусы, чтобы отхилиться. Бандитов. О, сталкеры сюда, цель депо. Стоянка закон с лагерями. Го? Го? Чё нет-то? Захватим? Как? А чё бы и нет-то? Сейчас только засейвимся маленечко. Так, один. Спасибо, мужик. Загляни на нашу базу. Там тебе награда достойная найдется. О, прикольно. Это мне уже нравится. Так, 5. Вон такой. Ебать! Знаете, чего я не пойму? Я не пойму, почему я так не могу точно кидать гранаты. Окей, пробуем еще разочек. Охуенно, блядь. Ебщ. Я просто в ахуе. Как? Ты кидаешь грену, они убегают. Вот смотри, вон двое стоят. Одиночки. Все, мужики, отбой. Тихо. Еще немного подождем. Одиночки пришли, прикольно. Знаете, что было бы охуенно? Если бы, короче, пришли одиночки, я бы завалил бы их одного чувачка. Все, тогда бы я не жил бы. Пойдет.
Да, люто вообще. Очень люто. При том, то что... Блять, еще и кровотечение идет. Охрененно, я этого не заметил. Естественно же. Столько крен потратил, а? И чё, и чё тут надо делать-то? Удержать до прихода союзников. Ну и сколько мне можно удерживать ее, блядь, будет? Охренеть. Высасывай радиацию, давай. Все, хана мне. Так, ладно, побежим тогда на базу, потому что мне срочно прям нужно. До хрена аптечек. Блин, это нереально вообще, это... Фу-ху-ху. Ну смотрите, сталкеры-то уже обосновываются. Как бы немного. Начинаем захватывать, уже половину карты захватили, но бандитов все еще очень много. Пять человек здесь наших, нормально. Так. Ну, что расскажешь? Именной пистолет. Торговать, дай-ка мне хавки. Маленько, хотя бы, чтобы здоровье восстановить. Пацаны, привет, чё? Брат. Здорово, что происходит вообще? У вас что, одно и то же, что ли? Фух, бинт. Бинт сколько стоит? Охренеть, 300. Пошел ты нахуй. Не, за такие бабки я не буду покупать бинт. Так, проводник. Куда ты можешь? Свалка-барахолка. Нет, пожалуй, за бабки я не пойду. Я сам могу дойти. На кордоне. Столько мутантов, ни хрена себе. Блин, в одиночке бы вступить тогда уж, что ли? Чтобы... О, как я мог это пропустить? В одиночках, опять же, видите, все нейтралы становятся. И бандиты, и все-все-все. Так. Блять, как так? В смысле, почему у меня никто ничего не предупредил, блядь? Пиздец. Обосрался, нахуй. Так, тут есть что, нет? Поживиться. Нет. Нету. Нет. Здесь артефакты есть. Ух ты, ух ты, ух ты. Кислота. А, где пары, короче, там кислота, я понял. Возьми. Блять, чё так много радиации везде, а? Чё за свалка, блядь? Опа. Ой-ой-ой-ой-ой. Пацаны, так вас сейчас тут отпиздят. О, давайте, давайте, я посмотрю на это.
Дай ему прикурить, я обойду! Нихера себе, у тебя винторез. Держи от меня! Приложил его! Смотри, как они поступали от этих бандитов. Ну что, подождем еще, до гарантии. Ты куда стреляешь? Можно переехать маленько. Не расходиться, ждем. Всем спасибо, все свободны. Надо было маленько им помочь, чтобы дали немного награду. Ну, она и так пойдет. Вы куда пошли? Цель — стоянка за концлагерем. Наконец-то. И тут оставили одного, охрененно. Найс, вообще. И кого вы оставили тут? Естественно. Дауна этого. Васяна. Васян, красавчик. Все покинули тебя. Оставили одного. Кинули просто. Ни за что. Был постприемник, мутант. Забрать добычу стоянки. Короче, идем вот сюда, торгуемся. Тут нету, да, ничего. Естественно. Так, торгуемся, идем вот сюда. Все, можно изначально собрать тут артефактик. Тут по-любому есть, да? Ой-о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 й. Бандиты идут. Придется отбивать их. F5. Просто на блокпосте только один чувачок. А, или чё? Подожди, они куда идут-то? Блять. Ходи. Двое. Один. Где один? Вот и где он теперь? Так, подожди, гренка там была. В каждом, что ли, грена есть, я не пойму. Здесь, короче, их надо уничтожить всех. Тут сколько их вообще? Давайте, может, попробуем в следующей серии. А сейчас, в принципе, можно закончить. В общем-то, с вами был Влад. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И всем удачи. Всем пока.